Долгожданный и важный праздник состоялся в минувшие выходные в Алданском районе. В селе Хатыстыр прошло торжественное открытие культурно-спортивного комплекса. Строительство велось по программе «Моя Якутия в 21 веке». С новосельем спортсменов и творцов культуры поздравили и наши коллеги. Спортсменам и творцам культуры села Хатыстыр Белецкого и Ивенкийского наследия распахнула двери обитель свершений и побед. На перепутье улиц нового микрорайона отныне расположится детско-юношеская спортивная школа и досуговый центр. Солнечным днем Хатыстыр принимал гостей. Торжественное открытие культурно-спортивного комплекса явилось праздником для всего района. Когда вводятся такие спортивные и культурно-спортивные объекты, это, конечно, большая радость для всего района. И он не последний, потому что сейчас мы сдаем Хатыстыре, в этом году мы должны сдать еще один культурно-спортивный комплекс в поселке Ленинский. Открытие обители культуры и спорта проходило в ивенкийских традициях. После разрезания ленточки хозяева и гости прошли в главный зал комплекса, где состоялся первый концерт. Звенели полные любви и нежности песни, чаровала гармония народных танцев, теплые слова и добрые пожелания не иссякали. Спортзал старый уже, как бы себя изжил. Там уже невозможно было заниматься. В холодное время там вообще морозы, там под минус 12, до минус 12 доходило, а здание клуба старое у нас как бы на ладан дышит. Площадь двухэтажного здания составляет 1500 квадратных метров. Финансовое бремя строительства муниципалитет села Хатыстыр разделил с районом и республикой. Стройка велась, как говорится, всем миром по программе «Моя Якутия в 21 веке». Открытие КСК явилось таким образом личным праздником для каждого жителя. Всем, чем могли, помогали, там, где надо дров подвести, воды подвести, помочь, подсобить где-то какой-то техникой. Все-таки это такой как бы не центральный населенный пункт, поэтому ограниченность в ресурсах, материалах, в технике она здесь чувствовалась. После концерта новоселы пригласили гостей на фуршет. Впрочем, на французский манер угощение можно было назвать лишь условно. Хатыстырцы – народ хлебосольный, и застолье стало настоящим пиром национального многовкусия. В спортивном зале тем временем искрились страсти. Открытие комплекса ознаменовал товарищеский матч по мини-футболу между командами села Хатыстыр и города Алдан. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.